Заказ весна 24 года от Козловой. Джеки фаворит. Вот такая вот красотка. Непонятно, что это, потому что это не Джеки фаворит. Это первый пересорт. Заказ весна 24 года у Козловой. Ну, это похоже на почвокровку. У меня такая есть. Grand Duc Jean. Мускус. Это не мускус. Второй пересорт. Заказ. Повторяюсь, весна 24 года. Козлова. Мускус Вольфер-Данж. Она уже цвела. Вот такая вот розочка. Это не Вольфер-Данж. Это не знаю что. Третий пересорт. Еще раз повторяю. Заказ Козловой. Весна 24 года. Вот такая вот розочка. Она уже цвела, цвела. Это из бабилонов. Вот они, бутончики. Вот она вот такая. Вот такая вот. По названию это Лиола мускус. Четвертый пересорт. Заказ весна 2024 года у Козловой питомники Клер Ренессанс. Такие вот веточки. Такие вот. Разворотка, и похоже, что это не Клер Ренессанс, у них разворотка не такая. Но по разворотке думаю, что это не он. Не уверена, конечно, потому что она тоже розовая, но смотрела сколько видео, везде смотрела, она не такая вообще совершенно. То есть это уже получается пятый пересорт. Заказ весна 24 года. Козлова. Неж Дета мускус. Ну, конечно, пока еще не распустился, но уже понятно, что белое. И понятно, что это не мускус. То есть он должен быть не такими бутонами, одиночными. У меня есть букет Парфе. Это сестра его. То есть, соответственно, он должен распускаться не так. То есть это по-любому пересорт уже. И это получается шестой. Я не знаю, как вот на это реагировать. Сейчас покажу еще седьмую розу. Заказ весна 24 года, питомник Козловой. Это I.M. Макмиллан, бордюрка. Это ее вторая волна. Вот она пошла.
Потому что те розочки, если были только на первой волне, это быстро набрала бутоны, отцвела. Фото приложу. Но это не Макс Милан. Там розовый, простой цветок с белым каким-то серединой белой. Приложу фотографию. Но это тоже пересорт. И это 7-й пересорт из 7. Приложу бумажку бегунок, который мне пришел. В общем, такого у меня, конечно, еще не было. Ну и подарочек. Как обычно, это пришел антик плетистая. Он не цвел, он был в слепых побегах весь. То есть он только обрезанный был. Тут, ну и соответственно, тут еле все идет пока что. Но на подарок все равно. Потому что это подарок. В общем, я не знаю, как на это реагировать, потому что такого у меня еще не было пересорта. 7 из 7. Это я заплатила почти 4000 за розы. То есть я потеряла сезон, я потеряла розы, потому что мне их нужно будет куда-то сбагривать. Потому что мне нужны были мускусы, а мне прислали чайники, бордюрки какие-то непонятные. То есть желтые, у меня в желтых концепции вообще нет. Ну и как-то так действовать вообще. Я понимаю, там один пересорт из 7 роз, ну как бы один там пересорт. Но когда приходит 7 пересортов, это вообще шок. Что-то. У Козловой я заказывала много роз до этого. И посадочный материал очень хороший. То есть крепкие саженцы. Я заказывала во многих питомниках. Как бы у Козловой очень хорошие розы. Но чтоб вот такой вот пересорт, это, конечно, вообще слов нет. К сожалению, бегунок не нашла. Но у меня есть блокнот с записями. Вот мой заказ. На бегунке было написано желтой этикетки. Я думаю, что у вас в принципе все сохраняется. Была фотография, потому что я фотографирую, но, к сожалению, телефон поменяла в связи с утерей, скажем так, всего. И то есть фотографии у меня не сохранились. Что как бы я даже не думала о том, что вот так вот будет. У меня очень много ваших роз до этого заказывала. Все довольно, но в этот раз, к сожалению, очень хотелось бы услышать комментарии. Дорогая Полина, это не провокация. То есть ради 7 роз провоцировать смысла нет. Если бы я взяла бы там 40 роз, я понимаю, что стала бы, поставила бы там 50% пересорта. Но 7 роз я брала просто на подбивку. Мне нужны были добить мускусы, которые были у вас именно сорта, где я в других питомниках в этом году, вот на этот сезон, я их не нашла. Ну, вот. И понятно, что не вы собираете заказы, собирают заказы работники. Как вы там контролируете? Я не знаю. Это большая работа у вас, большой питомник. Соответственно, все проконтролировать вы одна, естественно, не можете. То есть, может быть, вы с нами, с покупателями работаете, разговариваете, там какие-то, может быть, замены, потому что в том году, когда я брала розы, вы мне сами лично отзванивались по поводу того, что какую-то розу на замену были, потому что были какие-то плохие, видно, сорта выходили, я что-то толком не помню, почему, но, в общем, вы мне сами позвонили и предложили замену одного сорта на другой сорт. Вот. И, как бы, почему вот... Мне вот интересно, работник, чем он аргументировал, когда он мне клал эти розы? То есть 7 пересортов, ну то есть это
взять просто по бегунку этикетки и налепить на любые розы, какие попадаются под руки, что ли. Ну, вот получается так. То есть такое ощущение, как будто я вот купила вот просто ярлыки, а розы так приложили. Ну, вот обидно, просто реально обидно. Обидно за вас, потому что вы столько усилий прикладываете в свой питомник, в свое развитие. И вот такими моментами, ну вот, страшно все-таки. На следующий раз, естественно, уже побоишься брать. Это же еще и сарафанное радио работает, соответственно. То есть люди приходят, люди спрашивают, люди не берут. То есть это потеря покупателей. Поэтому, ну, как-то, не знаю, как мы будем этот решать вопрос. Закину вам WhatsApp, вы посмотрите, если у вас сохранились там до этого заказы, номера заказов. То есть посмотрите, что я не придумываю это ничего. То есть это так и есть, то есть как и было. То есть говорю, как есть. Ну вот, 7 из 7 – это шок. Для меня это вообще шок, потому что брала я и по 15, и по 40 роз, и такие количества. То есть у меня сад молодой еще, то есть там какие-то розы 5 лет начинала, то есть в большинстве случаев 3 года, 3-4 года получается садом. Мы Карелия, то есть Беломорск, это север-северо-запад. У нас все с этим сложно, то есть я там над ними трясусь, заказываю, то есть у меня сад около 100 роз. И вот это, можно сказать, была подбивка последняя, я думаю, что, то есть, потому что были выпады по осени, какие-то я убрала розы, потому что они мне не понравились, и вашими мускусами я хотела подбить до конца, ну, получилось вот, не получилось.